1925 году Михаил Фрунзе лег в санаторий подлечить язву, которая мучила его почти 20 лет. Он радовался, ему постепенно становилось лучше. Но тут произошло необъяснимое. Консилиум врачей рекомендовал пойти на операцию, хотя успех консервативного лечения был очевиден. Масло в огонь добавил Сталин, сказав: «Ты, Михаил, военный человек, вырежи наконец свою язву». Фрунзе засомневался, но подчинился. Его жена вспоминала, что он не хотел ложиться на операционный стол, а за несколько минут до операции говорил: «Не хочу, у меня уже все нормально». Но вот Сталин настаивает. Сталин и Ворошилов перед операцией наведались в больницу, что свидетельствует о том, что вождь следил за процессом. Ему применили наркоз хлороформ, но он никак не засыпал, тогда врач велел увеличить дозу. Когда сделали надрез, стало ясно, что язва зарубцевалась, вырезать нечего. Его зашили, но наркоз вызвал отравление. За его жизнь боролись 39 часов, но спасти не удалось. И смерть Фрунзе списали на несчастный случай.